Мариша, ко мне приехали интернет-сестрички с собачкой и привезли мне вот те две картины. Вот, и я хочу, они именно в стиле в таком сделали, как у меня. Они говорят, мы же видим стиль. Мы же, говорит, видим стиль вот этого старенького итальянского дворика. И вот они мне в стиле эти картины. Да, мы познакомимся, они только что ушли. Они пошли на море. Они хотят немножко увидеть море, скажем так. Так, Мариша мне опять что-то приготовила. Я не буду показывать пока подарки. Не буду. Потому что Мариша мне там целый чемодан подарков с Фриды привезла. И я эти подарки сложила все вместе и буду показывать. Но пока вот тут вот она мне финиш вельветовый, пудра такая, вот, сухую. Потом она мне еще привезла Essence, очень люблю я это. Я очень люблю помадку, супер помадку. Я, кстати, эту косметику очень люблю, Essence. И Catrice мне нравится. Так, и вот еще Essence. Тени. Тенюшки я очень тоже люблю. Essence как-то показывала, помнишь, в своих видео? Конечно, я Essence покупала. Да. Так, настолько они все ко всему. И вот у меня такая штучка. Это для косметики. Красивая для косметики. Специально сюда класть. Моющаяся. Класс. И Милка, моя любимая, молочный пакетик шоколад. Ну, пакетик понятно, что это, мы его сейчас выбросим. Пакетик нам не нужен. Да, давай сюда. Вот, красота сердца. Вот такое сердце. Наше сердце. Сердце. Это она у него такое сердце. Маришкино сердце. Нет, я буду показывать весь чемодан подарков, которые они мне привезли. Там целый чемодан. Два пакетика. И сегодня вечером хочу показать всю вот эту вот супер бижутерию, вот с такими кристаллами Сваровски, вот, которую мы приобрели. Обалденно, не чернеет. Вообще не чернеет, ничего, ни раздражений никаких нету, ни чешется ухо, вообще ничего. А стоит изумительно. Сущие. Да, стоит, нет, но это считается дорогая все-таки бижутерия. Да, но по сравнению, это тебе не 3 гривночки. Ну нет. Да, есть бижутерия, смотри, 10-15 или за 100. Хорошо, это очень дорогая бижутерия. Это дорогая бижутерия, да. Это бижутерия дорогая, но она стоит качественная того. Правда? Классно. Выглядят как бриллианты. Вообще, они светятся. Так видно, что как светятся вообще. Вот у меня. Может быть, это бриллианты скрытые? Нет, мы... фианиты. Фианиты обработаны Сваровски, кристаллы очень Сваровски. Красивые. Вот так вот. Такая красота. Ну, это такая у нас пока зарисовочка. Зарисовочка такая красивая. Вот наша итальяночка сидит. Вот такая. Кстати, видела дочу Мариши, у нее дочка на итальянку похожа, красивая такая девочка такая, я, конечно, ее приглашаю, хочу ее увидеть тоже, и мамочку Маришину, большой привет маме, папе, мамочке, вообще особенной, дай бог здоровья, благословений, она процветания, долгих лет ей, и мы ждем вот тут вот за этим столиком, и дальше везде, что она приедет. Вот так вот, ребятки. Мамочки мои 80, и перелеты через океан, это уже... Тяжело, да? Ну, конечно. Тяжело. Моя мамочка сейчас в Майами летит с папочкой. Ну, ты говорила, что Майами и наш пляж, это небо и земля. Им там ближе, Кать, им только потому, что им там ближе. Им перелет сюда 12 часов. Что у нас есть где скрыться от этого солнца. Здесь, смотри, утром водичка прозрачная, теплющая. Сегодня какая вода? Шедеврально. А правда? Мороженое какое? А еда? Господа, кто не хочет готовить, посмотрите, мы не готовим. Не готовим, да. Вообще, ну, потому Виктория что... готовит. У нас тут девушка Виктория. Они нашли интернет-сестричку. Но не надо готовить. Мы пошли позавтракали на любой вкус. Ну и потом у нас есть, в конце концов, кухня. Если ты уже сильно хочешь... Есть кухня, холодильников столько... Барбекю. Барбекю. Но... Шашлычная у нас есть тут. Мы не всегда готовим. Мы вообще не готовим. Да. А кому надо? Ну, мы ходили на пляже, прекрасно. А борщ какой на пляже? Господа, за 1,5-2 евро, там, сколько? Вы можете наесться на целый день. Да. Первое, второе, третье на 2 евро. На 2 евро и компот. И в конце и компот. И первое, и второе, и третье. Нет, это причем компот. Я говорю очень серьезно. Это не то, что я шучу. Мы нет, сегодня... подожди, а 40 гривен огромная... Нет, мы ели не комплексно, мы поели... вдвоем на 180 гривен, но там вообще было 5 салатов, рыба, блины, всякие кабачки,
что-то еще, и, в общем, я не знаю. Вообще, пицца $4 в Эльфе, Эльф Бар, это где фаворит. $4, это если вы берете фирменную. $3, если гавайская. Господа, это невероятно дешево, главное, очень дешево. Большая и, вкусная и пицца. И очень вкусно. Рыбина на всю тарелку идет. Ну, да, классно, еще, конечно. Еще мыть за собой. Ну, конечно, тут за тобой поубирают. Там все принесли, унесли, еще поблагодарили. Это точно. Главное, панорама. Какой вид панорамный на море. Да, это точно. Так что вот так вот. Вот такая у меня Маришка. Люблю, целую. Сегодня зарисовочка такая. Пока-пока.